В Атырау суд огласил приговор в отношении водителя иномарки, сбившего в сентябре подростка на пешеходном переходе. Вердикт суда – 2 года 6 месяцев в колонии поселения. Сторона потерпевшего с приговором не согласилась, пообещав его обжаловать. Напомним, что это ДТП произошло утром 21 сентября на пешеходном переходе улицы Баймуханова. Летевшая на огромной скорости легковушка насмерть сбила парня. Запись камеры видеонаблюдения запечатлела момент гибели 17-летнего Нуртана Максотова, вызвав широкий общественный резонанс. 22-летний водитель Данияр Сакиев был задержан. Суд приговорил признать виновным Сатиева Данияра Анисовича в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы